наконец-то добрались до Индонезии. 106-я страна. Сразу из Джакарты поехали в город Банью-Ванги. Банью-Ванги. Короче, оказалось, в этом городе живет 100 тысяч народу. То есть народ есть. Но вот зайти и что-нибудь посмотреть вот невозможно. Вот хотели посмотреть вот это правительственное здание вот тут через дорогу. Все закрыто. Народ есть, а зайти невозможно. Сейчас захотели в парк зайти. Вон там три человека, как-то они же забрались туда. Но мы тоже не можем. А, они через забор, дети. Вон они через забор залезли. Вот. Ну, невозможно никуда зайти. Короче, вот ходим по городу просто вдоль трассы. Мы сюда, что приехали-то вообще? Тут есть, во-первых, озеро очень красивое, которое светится ночью. Мы планируем туда поехать ночью. А во-вторых, тут близко кофейные плантации самого известного кофе, в том числе, кроме яванского, лювак. Того самого, который приготавливают зверьки особым способом. Вот. И мы туда хотим съездить. То есть мы ради этого. Но как-то нужно и вечер провести. И вот пока у нас не получается никак. Наверное, скорее всего, сейчас вот стемнеет буквально минут через 40, и придется просто пойти поужинать и загружаться в отель спать. Потому что мы сегодня ночью не спали, добирались 4 самолетами. Андрей сейчас подсчитал, сколько я самолетов уже сделала. Вот на сегодняшний день, за эти, с 14 числа, сегодня 25, за 11 дней у меня 12 самолетов. То есть у меня получается один самолет в день. Ох, ну, в общем, дай бог нам отдохнуть, дай бог прийти в себя, чтобы с новыми силами дальше, дальше, дальше. Всем привет из Индонезии, Банью-Ванги.